Доброе утро. А морозы продолжаются у нас в Нефтекамске. Тут машины чувствуются, ездят на шипах. Выхлоп такой сзади. А вот наша елочка на остановке стоит. Но почему-то игрушек никто не вешает. Вот она, елочка. На подставке стоит. Здесь у нас магазин «Находка». Обещают оптовые цены. Хлеб привозят из деревни. Деревенский. Это за дорогой, там «Пятерочка». Сегодня большой ветерок. Минус 29. Вот так народ перемещается. Сегодня выходной день. А вот этот магазин, что интересно, да, здесь никто ничего не покупает. Вот такая площадка детская, непочищенная у нас есть от снега. Вот этот вагончик какой-то с крышей интересный. Здесь горка, и не одна, а две их, на эту сторону и на ту. А тут качельки, вот такие качельки есть для самых маленьких. Вот интересные качельки. Вот пароходик, песочница. Здесь ледовый корт. Вот. Залит, но не ровно. Ледяной. Никто не катается. Вот. Беседка прикольная. Летом ходили сюда. Лазовки всякие. Горка. Качели.